бывают разные, умные и красивые, веселые и обаятельные, капризные и романтичные, богатые с докторской степенью, с кулинарными талантами, с блестящей карьерою и с другими аксельбантами. Французы такой женщине дали определение: «Femme fête» — редкое, яркое явление. Если спросить у мужчин, какая же женщина идеальна, сходу ответят, не задумываясь, которая сексуальна. Эта женщина владеет мужским вниманием везде, где бы ни появилась подобно яркой звезде. Femme fête не вписать в общепринятые каноны красоты, такой для множества мужчин эталон. Femme fête, в чем же секрет такой женщины? Femme fête, в чем же секрет такой женщины? Женщины бывают разные, умные и красивые, веселые и обаятельные, капризные и романтичные. Femme fête, в чем же секрет такой женщины? В истинной и глубокой любви, если он любит, видит все в ней лучшее, а плохое он старается в ней не замечать.
красивые, веселые и обаятельные, капризные и романтичные, богатые с докторской степенью, с кулинарными талантами, с блестящей карьерою и с другими аксельбантами. Французы такой женщине дали определение: «Femme fête» — редкое, яркое явление. Если спросить у мужчин, какая же женщина идеальна, сходу ответят, не задумываясь, которая сексуальна. Эта женщина владеет мужским вниманием везде, где бы ни появилась подобно яркой звезде. Femme fête не вписать в общепринятые каноны красоты, такой для множества мужчин эталон. Femme fête, в чем же секрет такой женщины? Femme fête, в чем же секрет такой женщины? Женщины бывают разные, умные и красивые, веселые и обаятельные, капризные и романтичные. Femme fête, в чем же секрет такой женщины? В истинной и глубокой любви, если он любит, видит все в ней лучшее, а плохое он старается в ней не замечать.